Всем привет, ребят. Ну что, мы сегодня с вами, как обычно, трешуем после обновы. Будем пробовать выбивать мастера рун и еще одного героя. Английский Android сервер, аккаунт моего подписчика Ефима. 75 тысяч самоцветов. В общем, будет много трешечка, думаю, сегодня. Поехали, посмотрим. Аккаунту всего год. Аккаунт, как видите, донатный. Сейчас посмотрим, сколько здесь доната есть. 320к. Ну, в принципе, для того, чтобы получить разруху. Дальше уже все по минималке. Поехали, посмотрим на героев. Нету мастера рун. Все донатные герои однозначно есть. И нету Ice Lady. В принципе, это, знаете, это такое самое, что не есть. Ice Lady можно забрать даже за, там, не знаю, полпака, даже меньше. Но самое основное — это мастер рун у нас сегодня. Герой действительно офигенный. Находится в гильдии русский. Кидайте заявочки, вступайте. WhatsApp на экране. Русленг, то есть русские. Баки обязательно. Первые места. Битва гильдии. Атака фортов. То есть английский Android сервер, где я тоже играю. Сервак реально классный. Так, ну что, поехали, попробуем паролить. Сегодня у нас есть за найм героев и затрату. Ну, конечно, это ни о чем по сравнению с AS сервером. Так, ну что, поехали. Посмотрим на удачу, какая сегодня удача и что мы сможем сегодня затащить. Ну, конечно, надо два героя. Я надеюсь, мы их вытащим. Я за 150к, на русском за 100 я не вытащу. Также у него, сейчас посмотрим, непройденные волны. Так, гарпия. Ну, блин, после обновы, конечно, падает жестко. Не знаю, ну, кажется, что очень-очень порезали дроп. 10к у нас улетело, и пару легенд, и то такие легенды, которые не особо там прям мега вау. Да, Дрейк. Ну, а слотов не хватает. Но, блин, это жестко. 20-25к и паладин. Это равносильно тому, как я вчера паладина у себя за 150к качал. Санта Бум. Да, жестко падает. Так, а ну сколько мы героев получили? До 500. Даже до 500 дотянем практически. Так, хорошо. Поехали, посмотрим, что там у него по волнам. Он волну Аджей не зафармил. Сейчас посмотрим на сборки героев, что у него есть. Как живут донаты на английском сервере. Другой недокачанный. 14 Ронин. Наверное, ожог. Не СО. Странно, чем не с ожогом прокачал. Топовый ворожей. Лованика с... Какое себе. Так, 10-я жива. 10-й вальс. Ну, блин, не знаю. Тут тоже вальс бессмысленно качать. Огненько. Отлично. Отлично. Ну, кстати, у него со спектром. По сборкам героям. Героя очень даже ничего. Здесь огненку тоже можно прокачать. Подашечка, раскол. Все по фэншую, короче.
Да, талантики топчик. Он где-то такой же, в принципе, как и мой твинк на английском сервере. Где-то так же доната, только у него попозже он донатил, и у него больше героев собранных. Блин, классный аккаунт. Все, что надо для удобной, комфортной игры есть. Так, хорошо. К волне мы потом вернемся, попробуем. Поехали дальше. Не, ну это просто писец, вот, честно скажу. Просто вот сливаем самоцветы Леди Лео Фантом в никуда, потому что с таким дропом Кэнди Кейн. Вот Лия, знаете, вот только сказал фигня, фигня, и начали падать лиги. Ну а толку от этих лиг никакого нет. Блин, ну, дама холода чисто для прокачки, да, нужна. Вот единственный самый, конечно, это вот новый герой. Он бомбический, как по мне. Поехали, будем пробовать. Хотя я бы, говорю, я бы не ролил. Я бы подкопил и по возможности там через неделю, через две будет возможность забрать и того, и того. Самоцвета я бы лучше слил на прокачку героев. Ниндзя. Ара. Это не дроп, это просто паладины одни. Рейка. Малышник, бочка. Триант. Да блин, вы что, прикалываетесь? Дайте нормального героя, блин, недостающего. Вот так вот, блядь, батька сказал, батька сделал. Поставили по лайку. Поздравляю, у тебя есть недостающий герой. Обалденный герой. Я на него сделал кучу обзоров, и честно скажу, он очень офигенно помогает. Мне на донатном аккаунте, на бездонатном однозначно будет помогать. Офигенно все, просто поехали дальше. Поехали дальше. Надо еще дама холода. Так, скиталец, Квин Вашп. Дайте даму холода. Джамбир, посмотрите, как последние герои начали падать все. Друид, но только дама холода осталась. И аккаунт будет фуловым. Ну, давкипер бочка. Бугимен. Варлок. Сто пятьдесят. Ну, сейчас бы было бы круто, если бы как на прошлом роллинге у меня за 150 выпало. Ну это все фигня. А вот она фигня. Вот главное, что мы выбили этого нового героя. Это реально обалденный герой. И он новый. А то можно будет со временем добрать, докупить. Самое основное, что мы вытащили этого товарища. Кстати, посмотрим, что у него по расходникам на прокачку ресурса. Есть. Блин, мне этих камней не хватает жестко. Так, ну, по ресам. Вроде у него ресурсов хватает. Для прокачки как раз пыльца осталось. Такс. Ну, вроде все. Изи просто.
Поздравляю, недостающий герой у тебя есть. Поехали под шаманем с волной. Посмотрим, что по волнам у тебя. Не получается. Расстановка на волны, в принципе, роли не играет. Самое основное это выставить правильно героев, чтобы не разбили там здания, то есть их расставить по всей карте. А Джей волну, сейчас я вспомню, кем я проходил. Попробуем ее зафармить. Так, ворожей с водушкой в центре у нас будет. Лисицу вынесем сюда. Каволну, конечно, это будет посложнее проходить, но Джей сейчас попробую пройти. Так, что у него тут с суперпэтами? Сейчас посмотрим. Блин, не видно, где какой герой. Так, Зефира. Где-то здесь нельзя, у него все забито. Поставлю пока по краям. Зефира тут, ворожея в центр. Давай, товарища, туда. Тут тоже со спектром. Вот таким вот образом. Думаю, мы должны Джей фармануть. Сейчас попробуем. В принципе, я проходил без лисицы с похуже героями, а Джей волна фармится налегке. Сейчас попробуем. Джей 2, Джей 3. Еще вариант здания пораскидывать по всей карте. Без проблем зафармится. Так, а J4 есть. И таким же образом можно пройти. Ой-ой-ой, чуть-чуть нам не хватило, да? Окей. Нанимаем обратно юнитов. А, нам сейчас не хватит самоцветов. Нанимаем юнитов. Практически Аджей прошли с первого раза. Ну, надо еще удача, плюс-минус. Но Аджей волна, она не есть проблема с такими героями. Мы до Аджей 5 фактически доходим. Сразу. То есть второй раз до Аджей 5, это означает, что пару попыток и Аджей пройдено. Вот, пожалуйста. Батька сказал, батька сделал. Ну, волна АК, там надо будет посерьезнее позаниматься. Буду проходить на твинке вот скоро. Покажу, расскажу без проблем. Ну, там, конечно, попыток надо будет дофига. 82 попытки. Ну, попробуем. Покажу, расскажу. В общем, плюс одна волна есть. Вот так вот, такой вот эпический ролик. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Кидайте заявочки на вступление в гильдию «Русские» на английском Android сервере.
Всем удачи, всем пока.